У нас много таких проблемных вопросов, поскольку долгое время ничего не вкладывалось, ни интеллекта, ни денег, ни новых технологий не вкладывалось в отечественное моторостроение. Сейчас все пошло очень бурно. Это тоже опасно, потому что когда идет все очень бурно, то можно столкнуться с мелкотемием. Самое главное, нужен новый потенциал человеческий. Поэтому меня что интересовало на Сатурне, конечно, как решается прежде всего человеческий вопрос. Это вопрос привлечения молодых специалистов, новых талантов. Строится ли жилье, какие зарплаты платятся, существует ли ощущение самореализации у молодого специалиста.